Such subterranean splendor. What a sight to behold, strange brigade. Watch out for fiendish foes fixing to spoil the view. Это, я так понимаю, да, дурацкая штука, но здесь простенько. Что? Дурацкая штука, но тут простенько, по крайней мере. Третья, вторая, четвертая и вторая. А в последнем ряду вообще нет. А как начать-то? А, вон. Стрельнуть надо наверх. И я забыл. Вторая. Вниз? Какая вторая? Вот это вроде, нет? Вот это, да, вроде. Ага. Ого. Что это такое? Бутылка. Бутылка. Тут книжка. Первый раз такое. Да. Чтобы бутылки давали в сундуках. Угу. Ух ты, песок такой сыпется. А где вы? Я вас не вижу. А. Статуэтка. Ай. А чего у нас все рвануло-то? Потому что там бочка была, я по ней стрельнула. Стреляю, ага. Ну вот что вам не спится? Темно, так я не вижу ничего. Аналогично. Сильных противников можно уронить, растоптать. Угу. Так я быку, знаешь, как зарядила? Темно. Я вот сбоку смотрю, мне кажется, у тебя посветлее. Мне кажется, у тебя посветлее. Понятно, это из-за преломления. Камень, камень. Что ж такое-то? Сплошные камни. Которые не нужны, кстати. Такие. Угу. Я этих рикошетов уже набрала. Столько. Все, вот мне тут нравится, мне этот стульчик нравится, мой размерчик. Сядем и будем сидеть. Да, никуда не пойдем больше. Урна, ты где? Вот может где-то вообще стоять. Помнишь, мы находили вообще, вот стояло вот, вот где-то вот в таком вот помещении, там наверху за ногами. Да. Легко вообще. Легко. Да они такие маленькие. Beware, brigade. There's fiendish foes roaming freely here. Как я не вовремя перезаряжаться. Так начала. Я могу, да. Есть! Да! Кто там у тебя? Кого ты там ставишь? Никого, просто. Фонарик. Так. Патрончики. Вот, вот там кто там такой шустрый? Ух ты! Лежать!
убивать. Ага. Вон она. Наверное. Да, вроде она. Моя чуйка меня не подвела. Наверное. Пока еще не точно. Да. Видишь? Ага. Нет, не вижу. Я ее по профилю узнал. Ну вон же. Вот это темненькая штучка. Вот это да. А чего она не зеленая-то? Потому что там песок сыпется, и не видно цвета. Я говорю, я ее по профилю узнал. Нет, ну я ее увидел, но я ожидала что-то зеленое увидеть. Кого там? Никого. Фонарик опять. Как надо патрона? Ну, в общем, у нас тут все собрано, кроме кошек и комиксов. Ну, ты знаешь, комиксы это вообще... Опа, болезненная тема. Кошку нашел. Ну ладно. Вперед. А что с кошками-то получается? 5 из 6. Ага. There it is, the final statue. Get to it, Brigade. You've another apocalypse to stop after all. This better be the last one. We got a world to save again. Где? Вот слева. Цветы шевелятся. А я думаю, что там что-то связанное, что ли, я не пойму. Ага, патроны. Сейчас драка будет. Угу. Да еще какая? Ага. Ну ладно, я готов. Чего? Я готов. Ну давай. И пару быков. И пока только щитовики. Вот надо обязательно стоять и смотреть, как они подходят, да? Я в левую сторону кинула. Ладно, я в правую кину. Они все к тебе пошли. Ой, я упал. Не знаю, с моей стороны немного их, они все у тебя похожи. Да нет. Ой, у меня аж снайперка есть. Ой, они и сверху тоже появлялись. Сверху, ага. Опа! Вижу. А, ты уже сам стрельнул. Ага. Да больно же, ну. Ладно. Ты там с быком сражаешься, что ли? Нет. Ghost. Is it curtains for the strange brigade?
Ну хватит быть неуязвимым, гад. Есть. 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 Ах ты, блин, кто меня тут? Вот же зараза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, 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 добили. Так, это к чему? Я уж думал, этого сейчас придется заставлять так сделать. Well done, Brigade. No time to celebrate, though. Get into that pyramid and prevent the end of days. Hurry now! Hell yeah! Время, что ли? В смысле? Что это было? Я не знаю, наверное, гранатка. Это, наверное, моя гранатка, да. Я ее сюда кидал. Все? Ну да. Нет. То есть нам вот сюда? Ну да. Пойдем? А куда нам? Ну в центр, видимо. Врата в загробный мир. Ага. Окошко что-то не нашли. The port was inactive, and there's levers to be pulled. Tesla's mustache. How will our hero solve this? Похоже. Угу. Подожди, вот рычаги. Тут дверка какая-то. Не только тут. Я давай нажимаю. Нажимай. Двери сейчас вот эти открываться вот. А, это так и должно быть. А, их все нужно нажать. Активировать, uh-huh. видимо, телепорт. Ага. А где третий взять? А, понял. Охо-хо. Tolkien's trousers. Well done, Strange Brigade. You've opened the back door to the afterlife. Что у нас тут? Сундучок. Денежка. Угу. Там тоже денежки, наверное. Тут мумия, как минимум. И не одна, причем. Целых две. Вот кадина. Толстые, конечно, такие. Книжечка тут. Ага. Вчера бес послал мне, своему жрецу, странное видение. Опасность плывет к нам из-за далеких морей. Однако мы посреди пустыни. Какая морская опасность может нас здесь поджидать? Тиберион. Тиберион, да. Рикошет. Я забираю. Бутылочка нужна, Саша? Вот лежат, смотри, выпей и возьми. А, это бутылочки. Ну ладно, все. Телепортация – an absolute favorite for these chaps. Back in the astral planes of the Egyptian ever after. Hopefully not a permanent trip. Знакомые фигуры. Где там за тысячу? Вон там справа.
Пойду возьму. Потому что у меня в снайперке 4 патрона осталось. Money well spent, I should think. У меня еще много. Oh, the chill burster. Freeze the blighted in place brigade. Лагерь. Ладно, пойдет, наверное. Oh dear, I hope that doesn't come out of anyone's payslip. Ну, вроде тут ничего такого. А с той стороны глянул, да? Нет. Да там искать-то особо нам уже нечего. Я кошку еще. Ну вот кошку, да. Но кошка должна триггернуться. Ну, вот я бегаю. Хм. Бегаю. Она триггернулась. Идешь? Да. Бегу. Вот она. Вот кошка. Она. Не пойму только где. Решетка вон там. Угу. А вот и вход. А тут книжечка, где она сидела. Да? Ну, потом на обратно. Ух ты, такое помещение здоровое для кошки. Все, все кошечки. О, забавно. А сундуки где? А не было сундуков. Тут открыть можно. Я не вижу. Я тебе говорю, я вот вообще слепая. Я даже вообще не видела. Это выйти. Да, ну тут без разницы, я так понимаю. Пойду за книжкой схожу. Да-да-да, книжку забери. Можно зелки сюда притащить, но есть ли смысл? А как вот сюда пройти? А если по деньгам бегать, то они собираются. Да? Да. Я вот бегаю, они не собираются. Где эта курица? Я тоже на нее смотрю, она там за решеткой. Подожди, а там сундук. И не один. Вот именно. Как туда попасть? Я говорила, как туда попасть. И не нашла. Пока. А вот это что? Непонятно. Тут что-то очень простое должно быть. Планет пальнуть, наверное. Не вижу, куда. Вот это тут зачем висит? Подозрительно. Кто? Ну вот кнопочка такая, видишь, большая. Но она как бы на полу должна быть. Забавно. Фиг в нее попадешь, в эту курицу. Возможно, если ее убить, откроется. Да, скорее всего. Очень большая вероятность. А ты ее видишь вообще? Ну вот он а, там не видел. А, во. Нет. Я ее убила. Да что мы не видим-то? Там же сундук еще платный. Там еще одна курица. Ёкалмане. Может где-нибудь вот здесь что-то нажать надо? Да нет. Нет, ты знаешь, вполне может быть и курица, потому что... Помнишь, мы не могли сундук взять, пока не убили 6 зомбаков? Открыться, скорее всего, вот тут должно. Да тут решетка не пробивается. Почему? Но я же курицу убивала. Я не знаю, как ты ее убила. У меня не пробивается. Да, вон она, по прямой, у сундука. А, вижу. Вижу, вижу. О, попала. И фиг.
Надо мир спасать. Этот. Да какой мир спасать? Что это такое? Почему оно не открывается? Я ж так не могу. Я спать потом не смогу. Не, ну давайте открывайте. Если он спать не сможет, он мне еще давать не будет спать. Не понимаю. Тут не может просто ничего сложного быть. Может, нужно запустить, и она откроется, но думаю, что нет. Скорее всего, я не прав. Скорее всего, он наоборот закроется тут. Мы, возможно, уже не вернемся обратно. Да. Мы что-то не видим. Нет, подожди, она не убивается. Она, наверное, должна взяться. Но она же кудахтала. Странно, тут место сделано, как будто нужно сюда гранату закинуть или что-то отсюда сделать, но открыться должны вот эти двери. Вот эти, идее. Вот эти, здесь оно сломано все. По щиту поэтому я стрелял. А, вон она. Там простая была на полу еще. Ага, только нам. А, еще одна я вижу. Да? Вот еще одна. И еще одна. Еще где-то. Все. Больше не вижу пока. Это было 5, да? 6 вроде. 6? Ну какого фига-то? Не понимаю, что мы не видим. А-а-а. Может, мы что-то до этого не сделали где-то? Some tip-top tumbling trickery there. Да мы тут уже все проверяли. Ой, я не знаю. Слушай, что ты сделала? Я вообще бочку подорвала. Что происходит? А, блин, тут этот с лазером дурак. Ненавижу. Идите. Вон ту слева подорвала. Или справа. Я даже не знаю, я хотела их все подорвать. Там сверху стояло что-то, я не очень понял просто. Ух ты, ё-моё! Я пока вообще не понимаю, что происходит. А, это... Тут полный набор просто. Просто полный набор. Ой, меня сейчас убить... Меня убили. Ой, круто меня тут вообще. Нафига я вообще эту бочку тронула? Где-то там. А, вон он ты. Да, блин, да что такое, двинуться не могу. Осторожно, пожалуйста, не помирай только. Вылезай, мне плохо. Меня тут и лучом сразу сбрили, и бык прибежал, потом еще и мумия добила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня хп нет вообще. Где-то ж хилки были, я помню. Да что ж ты будешь делать-то? Ой, как больно. Меня опять убили. Да ё-моё. Ну, я не виновата. Меня бык сбил, а потом лучом добрило. Видишь, что тут творится? О, так. Какого фига это вообще? Чё за фигня-то? Откуда их столько? Я не знаю! Искали, блин. Вылазь.
Хватит нам сидеть, я страдаю. Все мои накопленные штучки. Так, пойду-ка я оружие возьму себе нормально. Еще. Так. Magical munitions have you unearthed here then? Арбалет? Не надо! Что? Арбалет. Какой арбалет? Взрывной. У кого? У тебя? У меня, да. Попало. Попало. Вроде. Неплохо. Это ты с ящика взял? Да. Ой, смотри, я его разделал. Бедная мумия. Есть. Ах ты, зараза. Хотела сейчас еще раз стрельнуть, а мне по спине стукнули. Так, мне нужны хилки. Есть. 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 Это отсюда. Вот оно открылось. Капец. Но того не стоило. Вот, тут зелье есть. Не, ну это вообще нереал какой-то. Так, а у тебя тоже хп нет, да, я так понимаю? А я забрала, слушай, да. Тебе нужно было, да? Нет, я выпил, но... Ну я у меня... То есть не было в запасе. Угу. Я не знаю, короче, там, если кто что поймет или не поймет, мы уже... Обстреляли там все, что угодно, все, что было там, все горшки, все тарелки. Выбежали сюда, начали здесь смотреть, еще раз осматривать. В итоге я начала по какой-то первой попавшейся, даже не помню, с какой стороны, слева или справа я пальнула. А потом уже, когда монтировать буду, посмотрю. Бабахнул, по-моему, слева. Да? Ну, да, но не уверен. Но перед этим-то я еще одну где-то подрывала. Мне показалось, что где-то наверху вот здесь ты что-то подорвала. Я ей даже внимания не обратила. Ну, понятно. Ладно, ну, будем знать. Это мог подумать, что это там, открыть здесь. Ну, заныкали. Кошмар. The spoils of victory. Снайперка, зашибись. Ну, придется, наверное... Снайперка-то это неплохо. Брать, наверное, придется. Моя же пропала. Бери, бери. А, возможно, есть смысл что-то другое взять. Не знаю, у меня автоматик. Ой, как они меня там зажали. Вообще круто. О, тут делки есть. Замечательно. Самое главное, паника началась. Потому что вот совершенно неожиданно вот это вот все. Да, да, да. Это они нас, конечно, подловили. Да я думаю, наверное, всех подловили. А прикинь, если кто-то не дошел еще до туда, да? До этого места, и просто шел и там и. Бабахнул. Бабахал, да, вот. Периодически просто делаем так. Первый попавшийся там бочки подрываем. Зачем сделал? Не знаю. И тут все полезло, представляешь? Сюрприз. Заходим? Да. Сейчас, я так понимаю, финальный босс. О, погоди-ка, не заходи. А все, бутылочки. Поздняк. Видимо, тебя сейчас поставят. Я там кинул. Я бутылочку хочу закинуть, да. В принципе, все, бутылочки я закинул. Ага. Будем знать, что здесь наверху, в общем, куча бутылочек. Чего-чего? Наверху куча бутылочек будет. Ну не куча, две штуки. Три. Четыре. Где четыре? Пять даже.
Слева и справа еще лежат бутылки. Раз, два, три. Ну, там слева и справа вдалеке еще. Да, поняла я. Далеко. А и вон там дальше, смотри, по углам. А, точно, да. Запугивают, да? И вон там дальше, по углам. Может, пойдем обратно? А где сундуки платные? Вот, да, хотелось бы. Чтобы просто знать. А! Короче, вот эти вот штучки нажимные, порожки, вот такие. Какие? Вот такие, вот сюда, посмотри ко мне. Угу. Это кнопки. И что это дает или не дает? Вон сундук покупной. Так, вот здесь тоже есть сделка. Ага, понятно. Ага. Ой, там страсть какая. Да? Ага. Нам, походу, тут потом идти надо будет как-то, нет? Да не, слишком сложно. А, вот здесь трон, смотри. Угу. Вот здесь вот главгаты появятся, наверное. Ну, в общем, пойдем нажимать. Слушай, а чего мне за золотую курицу? Мне, что ли, только дали? Похоже. Похоже. Вот же гаденыши-то, а. Фига у тебя там денег. Ну! Смотрите, я вам покажу даже 30 тысяч. Неожиданно. Ну. Вот поэтому мне, конечно, не нравится их система. А, понятно. То, что ничего мне не делится, 30 это неправильно. Дали, конечно, я сама старалась. Но то, что они не делят, это вообще очень у меня печалит. Угу. Просто поощряли бы всех искать, то есть. Да. Так многие игры, наоборот, делают дополнительные бонусы к золоту там. Ну да, да. Когда да, ты согласна. В тиме играешь. И там прочие разные плюшки. Надо поощрять кооперативный геймплей, не наказывать. А они в какую-то в конкуренцию в абсолют просто вот вводят это. В конце еще сравнивают. Да. Ладно, запускаем. Ты что ли? Я думал, он нас обманул все-таки, ну ладно. Ух ты! Is there any right angle for our heroes to tackle this terror? И чего? Ой. Не, ну я знал, что не будет все так просто. Иди отсюда. Чего пришел-то? Тебе тут тесноватенько. Юбка у тебя сдралась. Иди отсюда. Не ломай, ну не ломай. Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как страшно так все это. Сзади, сзади, сзади. Ага. Ай, ай. Спасибо. Ай. Надо куда-то это, передвигаться. Минус зажмут. Да что такое? Что ты делать-то? Мне достал уже. Надо вниз уходить, что ли, похоже. Надо сферы вот эти грохать. Или что? Я к тебе. Я не понимаю, что нужно делать.
что надо делать? Просто бить, что ли, и все? Just what Mark Conahan's little boy wanted. О. А по кому бить-то надо? Ну, их вроде просто мочить нужно. Там видела эти красные штуки? Ой-ой-ой-ой-ой. Видела. Какая-нибудь нажимная каменная платформа? Я нашла уже, но... Какие штуки надо стрелять? Ага, ага. Которые фиолетовые сверху торчат. И ничего не происходит, я стреляю. Надо сначала на платформу встать, потом выстрелить. Где эта платформа-то? Я уже одну задействовала, еще есть. А, я понял, кажется, вот эти штуки сейчас будут наполняться, наполняться, и потом можно будет нажать. Сейчас патроны кончатся. Зарядится-то. Идите, идите вон туда, да-да-да-да-да. О, красота. Ой-ой-ой, сам под огонь встала. Сколько еще вас убить-то нужно? Или я неправильно понял? Не знаю, сейчас с той стороны гляну. Ой-ой, кто меня, кто меня? Ага. Так, хорошо. Пойду посмотрю. Да что ж такое-то? Ай, больно. А, больно-то как, а? Вот же гаденыш это. Добери быстрее, ну. Ага. Нашел, да? Да, нет, просто набиваем, короче. Все, я понял. Есть, выломал. Теперь еще набиваем врагов, в общем. Ага. Ай, вот это неправильно, то, что меня подорвали. А-а-а! Да кто меня бьет? Кто опять бьет? Хватит плеваться. Что это такое вообще? Хорошо, хоть не буду говорить, кого нет. Ой, слушай, они сейчас придут. По-любому. Надо что-то помощнее. Зажали. Сзади, Саш. Ага, ага. Да, вот он сзади. Очень больно, очень больно. Blast out of ammo, eh? Back to basics, brigade. Ой-ой-ой. Я сейчас могу сдохнуть, по-моему. Зелку пей. Их тут дофига валяется. Ай! Не, я просто пыталась найти еще, чтобы выпить и сразу взять.
вроде последние уже кончаются. Сейчас где-то откроются. Ага. Где он появится сейчас? Ага. О, с двух сторон сразу открылось. Я пошел на правую сторону. Бегу тоже. Electricity is no match for the brigade. Быстрее! Так, свою выбил. Ай, ко мне там мумия подходит. Ой! Поломатый. Ну что, опять что ли? Что-то вас много. Ой. Можно. Кого бить-то? Да ёкалмана. Это больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не понимаю, что происходит вообще. А чем она так пробивает-то? Она запускает какую-то фигнюшку. Не очень понимаю, куда прятаться от этой ерунды. Тоже. Короче, надо ее стрелять. Они нас замордуют просто. Ай! Ой, ужас какой! Слишком много врагов. Да, очень много врагов, я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, я в домике! Куда-нибудь бей. А ты почему не хочешь сдохнуть? Ну сколько можно? О. Я такая за колонну спряталась и стреляла. Куда попал зло-то? Ну слушай, Сатеки посимпатичнее, чем он. Как-то да. I say, mentioned in dispatches by a 5,000-year-old deity. Well, no wonder. Wherever the danger is at its highest, wherever the shadows are at their darkest, and all others have fled the field, that's where you'll find these brave chaps and chapesses, holding the line against all manner of beastly things. Join us again soon for yet more spiffingly spectacular stories of The Strange Brigade. Nelson's ghost, you've acquired all the antiquities. Good show, Strange Brigade. Шутите, что ли? Сейчас вот будет до 30 мотать? Ну, можно пока, наверное, про DLC что-то просто сказать, и все. В принципе, мы закончили же, получается. Ну, да. Это был последний уровень. Ну, не, ну, мне вообще... Я, как и говорил, игрушка нравится. Мне не нравится система распределения добычи и то, что вот камушки, они есть, но падают редко, нужные, денег куча. Не купишь, ненужных вон куча. Да. Ну и в то же время здесь особо не поэкспериментировать. Скажем так, реиграбельность у игры достаточно под большим вопросом. Не то, чтобы она сильная. Вот. Но вот так вот пробежаться, как бы пройти ее, ну, мне понравилось. Забавно. Получено урона 205. У меня ачивка груш.
Я же тебе говорю, меня обижали все. А у тебя ачивка «Большие пушки» 83 убийства из прототипа оружия. Ну, это вот из сундуков, которые я ими часто пользовался. Особенно вот на последних уровнях. Так что... А здесь, получается, в итоге винтовка опять эта снайперская вообще не в тему была. Да, да. Оставила на всякий случай. Снайперка — это странная штука. Угу. Она иногда очень, конечно, пригождается вот против вот этих здоровых гадов, у которых вот эти точки две там спереди и сзади, по которым нужно вышибать. Не знаю, я с винтовки с обычной стреляла по ним. Мне удобнее. Потому что я не могу, когда вообще не видно, что происходит. То есть... Угу. Ну, она понятно, еще так да. Это медленно делает, все подводит, там, приближает. Анимация очень медленная. В итоге, как показала практика, быстрее с простой винтовки отстрелить по этим бякушкам. Угу. Ну, последний уровень был самый мясной, получается. Вот особенно в конце мобьяс, только ужас просто. Угу. И вот это вот вспышки эти, непонятно, что откуда летит, то ли это тебя, в тебя мумия запустила, то ли это вот сверху пролетело. Там еще везде эти кнопки нажимные, ужас просто. Угу. Хорошо быков не запустили. Точно, удивлена. Точно. Да, я тоже удивился. Я все ждал, когда же быки пойдут. Все думал, как же их там ловить-то, я не знаю, выбивать. Ну ладно. Ну, финальный босс в основной игре был поинтереснее, как мне кажется. А тут... Ну, они тут постебались так немножко вообще в целом над жанром, так сказать. Таким вот... Да, вся игра сплошная комедия. Троллинг. Ага. Такой чернушный юмор немножко. В общем, было неплохо. Да, было весело. Ладно, на этом мы закончим. Я не знаю, ожидается ли еще какое-то дополнение или нет, там вот именно из уровней сюжетных. Но если что-то будет, мы, скорее всего, поиграем. Ну, а пока закончили. Увидимся в других прохождениях. Всем пока. Всем пока.